Целая спецоперация развернулась на одной из центральных улиц Твери. Сотрудники Федеральной налоговой службы совместно с представителями ГИБДД и судебными приставами провели рейд по выявлению должников. Подробности у Натальи Чекет. Машину останавливают, сначала стандартная проверка документов, а потом с водителем работают судебные приставы. По специальной базе данных представители ведомства проверяют, имеются ли у автовладельца долги. Ну, в любом случае, сейчас произведем арест имущества. А вот еще один должник. Сотрудник службы судебных приставов выписывает ему квитанцию. Кстати, оплатить ее можно здесь же, на месте. Ведь даже небольшая задолженность может привести к неприятным последствиям. В мобильном офисе расположен терминал. Также свою задолженность должники могут увидеть у приставов. Вся информация с базы АИСФ и ССП перенесена сюда. На месте можно посмотреть, за что долг, какую сумму долга, кто является должником, за что, когда, и расплатиться на месте, погасить долг. Сотрудники ГИБДД останавливают не все машины. Во время рейда использовала специальное приложение, которое позволяет установить должника по номеру его автомобиля. Участие в мероприятии также принимают и сотрудники налоговой службы. Цель – повысить собираемость налогов. В целях сокращения задолженности налоговыми органами совместно с органами ФССП проводятся рейдовые мероприятия, в ходе которых судебными приставами могут производиться меры взыскания в виде ареста на имущество должника. Взыскание рекомендуем гражданам оплачивать задолженность в определенные законодательством сроки. Такие рейды проводятся в Твери еженедельно. Проводимые мероприятия помогают снизить число должников по налогам и призвать их к ответственности. Так, по итогам проверки на прошлой неделе было арестовано 5 транспортных средств, а должники заплатили в общей сложности 284 700 рублей.